Вполне возможно, что про дороги во дворах городские власти забыли. Другое объяснение этим болезненным местам областного центра придумать сложно. Сгладить ситуацию, а заодно и дорожное полотно, например, по адресу Новоселов 35, люди пытаются время от времени самостоятельно. Засыпают периодически ямы щебенкой, но такое лечение, как правило, влечет за собой кратковременное улучшение состояния. Первый серьезный дождь, и дорога вновь серьезно больна и разбита. В первые дни лета здесь был проведен ямочный ремонт. На некоторое время местные водители выдохнули, но не прошло и нескольких месяцев, как дорогая каждому сердцу местного жителя и колесу его авто, яма вновь приобрела свою привычную глубину. Местная проблема до сих пор ждет своего ответа на славном портале с символичным названием «Исправим вместе». Здесь обещают превращать городские минусы в плюсы, надо лишь рассказать о них на сайте. Автор опубликовал пост еще месяц назад, и на фото видно, что яма вот-вот только после ремонта. Если уложенные асфальтовые камни в полуметровую яму на подъеме во двор можно, конечно, назвать ремонтом. Проблема ждет своего решения с 19 августа. В ожидании осенних дождей и жители домов 4-го квартала все в том же районе Дашковой песочни. Эта дорога – основной въезд в микрорайон к домам, которые расположены на улице Зубковой. Здесь этим ямам позавидуют любые городские пробоины. А для жителей дорога домой превращается в ежедневное преодоление полосы препятствий. Из-за ям в асфальте их двор больше похож на военный полигон после бомбежки, нежели на зону для отдыха. Если проехать дальше, в районе Дубовой рощи такая же разбитая дорога. Кстати, это место тоже можно найти на карте портала «Исправим вместе». Под фото написано «Проблема ждет ответа».